Орехи – самая полезная закуска. Они универсальны, полезны и мощны. Орехи делают приятные дополнения к десертам, салатам, коктейлям и почти всему, что имеет намек на ореховость. Вам нравится арахис? Если да, вам обязательно понравятся фисташки, и они будут полезнее. Фисташки содержат здоровую порцию необходимых питательных веществ, и вы будете удивлены их способностью способствовать снижению веса. Фисташки очень вкусные, но подождите, лучше еще впереди. Питательная ценность. Фисташки содержат меньше калорий, чем другие орехи, и содержат обилие витамина К и калия. В одной унции порции фисташек содержится 160 калорий, 5 грамм белка, 3 грамма волокон и 15 грамм общего жира, два из которых являются насыщенными жирами. Сердечно-сосудистые заболевания. Фисташки содержат более низкие уровни холестерина. Попробуйте использовать низкокалорийную диету и убедитесь, что вы получите 20% своих калорий из фисташек. Это сделает чудеса для вашего холестерина. Похудение. Да, закуски и потеря веса могут использоваться в том же предложении. Волокно в фисташках держит вас дольше, и вам не придется есть тонны орехов. Фисташки богаты ненасыщенными жирами, но старайтесь есть их в умеренных количествах. Вам же не нужны эти лишние калории, не так ли? Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.